Каждый год 19 января во всех православных храмах особенно многолюдно и торжественно. Ведь в этот день церковь отмечает один из наиболее почитаемых и древних праздников и одно из самых важных событий для христиан всего мира – Крещение Господне. Он установлен в честь событий евангельской истории, которые произошли более 2000 лет назад на реке Иордан, когда Царство Небесное настолько приблизилось к людям, что его можно было даже видеть и слышать. Перед выходом на общественное служение Господь Иисус Христос пришел на реку Иордан для того, чтобы креститься от Иоанна Пророка. После того, как Господь вышел из воды, совершилось удивительное событие. С неба послышался голос Бога Отца: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». И Дух Святой в виде голуби сошел на Христа Спасителя. Впервые в истории человечества так явственно была явлена тайна Святой Троицы. Бог Отец свидетельствовал с неба, Сын Божий в человеческом облике стоял на земле, и Дух Святой в виде голуби сошел на Сына Человеческого. Что свидетельствует, о чем свидетельствует и второе название этого праздника – Богоявление. В этот светлый святой день каждый православный человек считает важным не только побывать на праздничном богослужении, но и обязательно набрать крещенской воды. Ведь только один раз в году, 18 и 19 января, ее освящение совершается особым чином, который так и называется «Великое освящение». И мир просвещи, слава тебе. Крещенской водой православные лечатся от всех телесных и душевных болезней, освящают свое жилье и получают от нее источник благодати для преодоления любых бед и напастей. Испокон веков от наших родителей так и что пошло, что набирали. И всегда набирали с трех церквей, где было слышно звон колоколов. Главное – вера, чтобы была вера. И эта вода год будет стоять, и она не позеленеет даже. Верим в Бога, поэтому и набираем, для того, чтобы ее употреблять по утрам, именно натощак. А в чем главный ее секрет, скажите? То, что она целебная, исцеляет болезни. Это святость, которая хранится у нас целый год. Это показатель нашей веры. Каждый, кто пришел за освященной водой, знает, что главный секрет удивительной и целебной силы крещенской воды – это искренняя и глубокая вера самого человека. Ведь только она действительно очищает сердце и душу и способна творить настоящие чудеса. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.